суток очередная посылка с Китая, написано DHL, но, по-моему, если не ошибаюсь, это доставка была Новой Почты прямо домой. Так, и здесь у нас планшет T-Class. Вот такой вот упаковочки хороший. 10-дюймовый планшет. Так, здесь у нас еще опять же delivery list. Так, и сам планшет. Сейчас я посмотрю, как он открывается. Сама коробка. И вот он, наш планшет. Так. Вот так вот выглядит наш планшетик. Сейчас попробуем его включить. Так, и у нас здесь еще в комплекте кабель для синхронизации и разная макулатура. Зарядного устройства нет. Так, коробку в сторону. Так, планшет этот был заказан на сайте GearBest. Очень быстро доставлен. Очень быстро доставлен. Сейчас мы посмотрим хранилище. 16 гигабайт и оперативная память 1 гигабайт. Так, здесь у нас где-то еще сим-карта вставляется. Ну, в общем, вот такой вот планшет. Сайт GearBest, так, в принципе, довольно-таки неплохо работает. Быстро. Полная яркость. Сайт GearBest. Кому интересно, заходим, заказываем. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.